Всем привет! У нас такое видео всегда обычно под конец лета. Мое любимое время года. Никого. Я-то не пойму, у меня камера грязная или так снимает. Засвет. Реально. Никого. И кто-то на мотике сзади едет, но мы еще не видим, кто. Прикольно. Ладно, вот сейчас самое время купаться. У них, наверное, трасса здесь, через лес кататься. Не нырнуть бы. Да не нырнешь. Нормально. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Слушай, да вода теплее, чем на работе. Помнишь, я тебе рассказал, я в душ холодной водой. Я правильно говорю? У них... А, Ильин день. Купаться нельзя. Они ж не по погоде купаются, а по какому-то непонятному мне графику. Ты сам не будешь купаться? Росло мощно все. Скоро будет вообще вот такой проход. Узенький. Ладно. Слушай, ну вода реально теплая, даже на дне не холодная. Вот здесь еще попрохладнее чуть-чуть. И то на дне тоже тепло. Вообще кипяток, вода. Деревянной домушки-то уже нет? Да вроде нет. Я даже не знаю, какой ты. Ну вон там стоял, как сортир какой-то. Не, его снесли. Или под инструмент. Нету его. А хоть эту, раздевалку-то оставили? Тоже снесли. Я ж говорю, они NPC. По расписанию живут. Зато теперь здесь как на нырле рыба вот такая плавает прям здесь. Угу. Фу. Жарко. Я, конечно, попробую до сентября покупаться, если повезет. А уж если не повезет, то хотя бы август зацеплю. А то все лето в прямом смысле слова пропустил. Как будто его и не было. Говорю, хорошо в этом году хоть дохлой чайки нет. Слушай, смотри, кустища какие здоровые стали. Тут нет, я про вот эти желтые. Ну, я туда бы не полез. Там же гадюки лазят. Хотя всякие эти психи за псилоцибинами там лазят. Чисто вот, что я Стасу тогда говорил. Стой. Быстро за мной не иди. Что это было? Вот здесь я, Стас, предлагал вам остаться. Вот на этой поляне. Сюда обычно прям заезжают на машине. Машину здесь ставят. Палатки ставят вон там. Здесь вот был стол, но добрые душевные люди его сломали. Здесь можно даже вон белье повесить, тут веревки всегда висят. И самое главное, что озеро рядом. Ну и соответственно, аномальная зона, раскривые деревья. Но это шутка. Ну да,
сразу костры вот видно. Так что обычно люди здесь тачку бросают, раскидывают палатки и отдыхают. Так что если вам захочется в следующий раз где-то с палатками, от Камешкова можно далеко не уезжать. Но можно, конечно, разведать. И, как ты предлагал, через дорогу от моей работы утром я на нее пойду, да. Ладно, идем дальше. Когда надо это сделать быстро, оно не получается. Вот это место красивое. Раньше тут все порубленное было, пеньки, вспаханное частично как-то. А сейчас все заросло и вообще красота. О, где-то здесь должна быть черная рябина, но я ее уже который год не могу найти, этот куст. Вот он где-то здесь. Где? Опа! Мы его нашли. Давай пособираем чуть-чуть. Что у нас? Вечерний лес.